Так, парни, всем привет. Ночной ремонт, как всегда, ночью. Работа, нету время, пока светло. После работы все темно, 6 часов и уже темно. Так что приходится работать по ночи. Вот у меня Nissan Qashqai, это машина моей супруги. В общем, нужно сейчас здесь срочно поменять свечи. 3 болта открутились, 4-й пока не хочет откручиваться, что-то у него там с гранями. Кто-то когда-то что-то там грани повредил на болту, поэтому сейчас буду пробовать открутить 4-ю катушку, 4-й болт. И, ну и, собственно, буду менять свечи. Вот, это 11-й Qashqai, кошачок. Это 1.2 турбо. Вот здесь написано Рено. А здесь вот стоят катушки и свечи. Свечки взял уже. Вот такие вот. Кому интересно, сейчас покажу. Тоненькие. Вот с таким вот иридиевым носочком. Название NGK. Что у нас тут написано? Вот такой номер. ILKAR7G7G. Вот такая длинная свечка. Свечка длинная. Так, а как же я ее выкручу? Есть у меня такой ключ или нет? Непонятно. Так, вот это открутил, это открутил, это открутил. Вот этот не могу открутить. Что-то тут с гранями на болту. Сейчас я немножко подстучу через бородок. И вот здесь стоит патрубок на интеркулер. Вот такой пластиковый. Вот, снимаем его, чтобы можно было подобраться в легком доступе к 4-й катушке. И что я еще тут заметил? Тут патрубок не закрученный. Вот он, не затянутый, гуляет туда-сюда. Почему? Зачем и как, непонятно. В общем, такая хрень обнаружилась. Сейчас еще с этой темой надо будет мне посмотреть, что это за, что за херня. Ну и, конечно, надо открутить этот болт. Сейчас тут через бородок буду пробовать. Бородочком обстучу. Слегка, чуть-чуть, потихонечку. И попробую еще раз открутить. Первый раз что-то на мне не пошла, головка прокрутилась. Надо легонечко-легонечко бородочком сейчас опять набить грани. А то они тут слизанные. Аккуратно. Нежно. Долбить здесь никаким образом, ни в коем случае нельзя. Только чисто тик-тик-тик-тик, так очень нежно. Да, слабоватые гряни. Ну-ка. Ну-ка. Оба. Есть. Пошел, щелкнул. Молодец. А то я уже думал, как его откручивать, доставать. Ну вот, отлично. Так, пацаны, смотрите, что еще, короче, я здесь обнаружил. Вот катушка. Она тут мененная, видать, довольно-таки свежая, ну не так давно стоит, но она не оригинальная, как вот эти три. Первый цилиндр, третий, четвертый. Одинаковые, вот они, в оригинале стоят. А это совершенно другая. Без маркировки, здесь только вот что-то на ней написано. Что это за катушка, я не знаю. Вот по ней и идет пропуски на второй цилиндр. Вот как раз второй цилиндр. И, скорее всего, из-за нее и свечку тоже загубила. В общем, надо сюда хорошую катушку искать, ставить. Желательно оригинальную, да.
Вот здесь колодцы глубокие и узкие. Здесь на 14 свечка. Вот у меня голова есть, но она толстая. Не залазить туда. Сейчас мне ее надо будет на наждаке точнуть, обточить. Меньше сделать, чтобы я мог достать свечу. Узкий колодец, не залазит голова. Вот. Ну и, конечно, вот этот вот патрубок болтающийся. Возможно, из-за него и машина тупит, не едет, не разгоняется. То есть не хватает давления турбине, как ей нужно. Выдувает. Возможно, из этого вот незакрепленного болтающего патрубка. Еще вдобавок к этому машина из-за него и тупит тоже, помимо свечей и катушки. Так, ну что, сейчас я на наждаке наточили ее, точну. Сделаю ее потоньше. Короче, она сейчас 22 миллиметра, да? Здесь 21, здесь 22. Ну, 20-ку сделаю, и тогда он у меня будет нормально проваливаться в колодец. Это голова. Так, ну вот, другое дело. Короче, вот обточил голову. Сейчас она вот так выглядит после наждака. Неказистая, но зато теперь она проваливается в колодец у меня. И вот до свечки достала. Теперь могу легко открутить. Сейчас буду откручивать. Не сильно затянуто, кстати, слабенько. Вот она. Вот она, свеча, свечешка, свеча. ILKAR7G7G. Ну, маслица есть, или что это? Бензин с маслом. Нет, бензин. Резьба мокрая. У нас бензине. Вот он и не работал. Этот цилиндр черная. Черная свеча. Сейчас я там колодец тряпкой протру с такой длинной отверткой. Вытру, протру. Ну, короче, вы поняли, да? Вот, сейчас вон то гнездо тряпкой вытру, чтобы оно было чистое, сухое. Вот так раз, туда отпустил. И теперь отверткой накручиваю тряпку. Как ежик, ёршик. Фишечку аккуратненько сюда. Вот так. Вот, и сейчас будет там колодец чистый, сухой. Да, вот видите. Так раз, вот. И резьба тоже берется за одно. Тоже резьбу протрет. Вытрет тряпка. Ну, в общем, вот так. О, сразу другой коленкор, что называется. Да, вообще, пацаны, чистота.
Это залог успеха и здоровья агрегатов. Так что имейте в виду. Да, вот он. Вон тот колодец тоже, там маслица есть. Видать, подсачивается с прокладки. И вот такой вот колодец. Вот вам разница. Имейте в виду это. Так, ну что, вот так вот подготовили колодцы. Ну все, можно теперь закинуть свечку и вкрутить ее. Кстати, свечи вот эти, вообще бы не были затянуты. Вот так чик, раз от руки. Это я не заснял, ну надо было, да, заснять, но не заснял. Просто вот так, короче, вот наживленные от руки, раз, без всяких усилий. Вот напишите в комментарии, как это, о чем это говорит. Положено так, что раз, рукой открутил, или какое-то все-таки усилие должно быть при затяжке свечи. Так, время уже 10 час, начало 11, но, собственно, свечи уже все поменял. Ну да, единственное, напишите там в комментариях, сколько момент затяжки по свечам, потому что все свечки были не затянуты, я просто так раз, прямо от руки, без ничего, просто пальцами взял и открутил все свечи. Почему так? Ну, напишите тоже в комментариях. Но мысли у меня есть по этому поводу, просто вы свои мысли напишите, почему они не закручены были, а только вот так раз, пальчиками, вот так чик, привернуты и все. В общем, вот эта катушка под замену, вот это и вот это работают. Эта свечка рабочая, это черная свеча, это в масле электрод, и резьба тоже в масле. Ну, по этим свечкам тоже резьба в масле, но вот это больше в масле. Это черная свеча тоже в масле резьба. Масло через кольца просачивается. Кстати говоря, вот сейчас эндоскопом залез вот таким вот. Посмотрел, да, нагар есть на поршнях. Черненький, корочка маслица есть на поршнях. Ну, вот через этот, через телефон. Довольно неплохо, кстати, она показывает. Только смотря, какую прогу закачаете. Вот картинка хорошая. И, ну, все поршни с нагаром внутри. 128 пробега. В общем, здесь пока все. Закончил сейчас вот с этим потрубком. Разберусь, посмотрю, что там. Почему он так, короче. Оттуда турбина сифонит, подсвистывает, выдувает.